наше время очень важно помнить историю, чтить традиции и культуру. Леонтьевский храм в Великом Устюге долгое время был разрушен. Сейчас в нижнем пределе уже проходят службы, а в верхнем пока только начаты работы по восстановлению. Чтобы помочь храму быстрее собрать средства, два музыканта, устюжанин Иван Тяженков, вместе с другом, гостем города, Кириллом Исаевым, в стенах строения исполнили мелодию из фильма «Список Шиндлера». Мне приехал друг из Владимира, и однажды мы с ним прогуливались по городу и вот проходили этот храм. И его очень тронуло состояние храма, и поэтому мы подумали, что почему бы все равно на каникулах не записать, не сделать что-нибудь интересное. Связались с отцом-настоятелем, обсудили проект, обсудили сценарий и, в общем-то, приступили к съемкам. И где-то за неделю все сделали, все смонтировали, подсняли, и получилось довольно-таки неплохо. Иван окончил Великоустюгскую школу искусств по классу скрипки. Учился, по словам молодого человека, у замечательного преподавателя Ангелины Четверяковой. С раннего детства мальчику прививали любовь к музыке и искусству. Иван рассчитывает, что ролик, который был снят в этом храме, сыграет на долгосрочную перспективу. Теперь многие люди из разных регионов нашей страны смогут посмотреть работу ребят и внести свою лепту в развитие и восстановление храма. Но в ходе работы пришлось столкнуться и с некоторыми трудностями. При съемке, конечно, были некоторые сложности, потому что мы не профессионалы в этом деле. И, например, с монтажом мы сталкивались всего лишь второй или третий раз в нашей жизни, поэтому это заняло достаточно большое количество времени. А так, в целом, все работали очень дружно и получилось хорошо. В Леонтьевском храме в советские годы располагались мастерские. На нижнем этаже работала секция самбо. Долгое время храм был открыт. Довольно часто внутрь строения попадали хулиганы. Об этом говорят надписи на обрушенных стенах, следы от костров. Дело в том, что мы так живем, что привыкаем к нашим улицам, к видам нашего города, привыкаем к храмам, привыкаем к тому, что фасады наших храмов находятся в отвратительном состоянии, что не заброшены. У нас, как говорят в народе, глаза замылены. А вот приезжают люди из других регионов, и они скорбят о том, что в наше время, 21 век, и вот в России, в провинциальных городах, остаются в таком запущенном состоянии наши святыни. Клип снят специально для того, чтобы привлечь внимание устюжан и гостей города к состоянию памятника. В то время, пока скрипач и гитарист играют концерт, в видео мелькают исторические хроники советских времен, а также кадры нынешнего состояния святыни. Храм – святое место, святыня, которой мы должны дорожить. Это наша история, наша культура. И потому будет видно, насколько здорово общество. Это будет видно из того, как он относится к своей истории. Все, кто принимал участие в подготовке ролика, призывают неравнодушных к истории и культуре нашего древнего города помочь в восстановлении храма. Ведь только от нас зависит, сохранится память наших предков или нет. Татьяна Меркурьева, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».